Амурский. Первый на 21-й. Сразу после ключевых федеральных телеканалов. Так решили эксперты Федеральной конкурсной комиссии. Следить за исполнением решения будет Роскомнадзор. По закону кабельные операторы обязаны включить первый областной канал в сетку вещания. Пройдет определенное время, которое технически необходимо для перестановки сетки вещания, для получения сигнала. Вот. Потому что, возможно, не все кабельные операторы транслировали ваши программы. А теперь пройдет какой-то срок определенный, и Роскомнадзор будет проверять, входит ли в состав сетки вещания на 21-й позиции первый областной канал. Затем, чтобы вещание не прерывалось, следят специалисты Амурского ОРТПЦ. Они контролируют работу приемников и передатчиков телесигналов. Вот эта стойка. Это стойка для формирования сигналов для кабельных операторов. Вот здесь на телевизионном мониторе, установленном сверху, как раз и представлены все телеканалы, и в том числе вот ваш первый областной канал, который мы сейчас выдаем в сеть кабельных операторов. По закону 21-ю кнопку занимает телеканал с наибольшим охватом населения, только с отечественным контентом преимущественно собственного производства. В области под эти критерии единственный подошел первый областной канал. Первый областной канал – единственный в Приамурье, кто делает прямые трансляции с массовых мероприятий. Вести многочасовые эфиры с выездными студиями позволяет специальная передвижная телевизионная станция и бригада опытных специалистов. Первый областной канал – прежде всего канал информационный. С декабря вещает круглосуточно. Любой зритель сможет посмотреть, что происходит в области. Каждый час в эфире новости. Но кроме новостей у нас все-таки много будет других программ. То есть мы вернем какие-то программы, которые уже давно полюбили зрителям. А в планах расширить вещание утреннего эфира. То есть мы его запустили даже меньше полугода назад. Но на сегодняшний день можно уже сказать, что зрители узнают и ведущих, и уже название самой программы. В каждом регионе России 21-ю кнопку занял свой канал. В Приамурье это первый областной, первый среди региональных. Присутствие на 21-й кнопке укрепит позицию телеканала в сознании зрителей. Они будут точно знать, на 21-й кнопке наша, амурская, на 21-й кнопке первый областной. Денис Свириденко, Иван Сюмак, первый областной.